Всем здорово! Сегодня будем делать самоделку из тех же, опять же, автомобильных запчастей. Сегодня это у нас шкив коленвала и 4 сабли. Или как они называются, я не помню. Если кто знает, напишите в комментарии. 4 вот такие сабли от вас 21099. Что я придумаю из этих штуковин, сейчас я вам покажу. Не буду больше отвлекаться. Поехали! Без разговоров! В первую очередь нам нужно на одной стороне проточить резьбу до конца, до самого конца, и чуть-чуть отрезать шпильку. Сейчас мы это все сделаем. Я, может, что-то не так делаю с этой резьбой, с нарезкой? Подскажите, пожалуйста, в комментариях, что я делаю не так, потому что очень трудно. Я уже устал. Резьбу я наточил, теперь нужно гайки закрутить до конца и обрезать длину как раз по эту гайку на всех 4 штуках. Теперь отложим те запчасти в сторону и приступим к изготовлению другой. Нам нужно взять ключ на 24 и отпилить ему один край. Вот в этом месте нужно просверлить отверстие миллиметров 10. Отверстие просверлили, и теперь осталось только собрать нашу самоделку и похвалить ее, попробовать, испытать и уже ощутить на деле, как она себя поведет. Пойдемте посмотрим. Еще, как всегда, в комментариях польется: да он сделал табуретку, блядь. Нет, не табуретку. Очень нужная вещь, я думаю, в каждой семье, если есть мужик. Сейчас вы все увидите. Yeah.
Я думаю, каждый понял, что это такое. Это тренога, четыре нога для приготовления пищи на природе. На рыбалку, на охоту, в машину бросил, приехал, разложился, приготовил. Фишка в чем? Наш ключ нужен и для затягивания, и в то же время он служит как подвес для нашего казанка. После того, как приготовили пищу, то есть взяли там, сняли его, покушали там, наложили, это все дело убираем, ставим, и оно у нас подогревается. Либо если сильное пламя, можно поставить сверху. И оно также будет продолжать греться, или кипятиться, или вариться, уже там как угодно. Вот такую вот сегодня самоделку я сделал. Я думаю, она очень полезная. Жду от вас лайков, комментариев и подписывайтесь на канал. До скорой встречи. Всем пока-пока.